Доброе утро, дорогие друзья. Расскажу вам о небольшой таком приключении. Значит, отстояли мы в лесу двое суток на савушках. В обед приехали в батальон. Вот. Ездили, забрали посылку на новую почту. Только легли спать, нас опять собирают на савушки. Вот, значит, всю ночь мы ехали с этими савушками. Приехали хер знает куда. Какие-то, бля, леса Лугандонии. Нам вообще говорили с собой вещи не брать, это на пару часов. Короче, находимся мы тут уже вторые сутки. Хорошо, что взяли с собой какие-то карематы, спальники. Еды немножко взяли. В общем, ну, машина уехала. Теперь мы будем спать вот тут в лесу. Вот я сейчас подхожу к так называемому лагерю, в котором мы остались ночевать. Вот передо мной Женя, который даст фору любому бомжу из спецназовца по выживанию. Значит, это наш лагерь. Сколько мы здесь пробудем, никто не знает. Женя жарит ботинки, очень мы голодные, скоро он их съест, как только они прожарят. Тут наша еда стоит. Наша еда. Это наши вещи, все, что мы с собой успели взять. В основном снаряга. Вот тут мы будем готовить спальное место. Снег мы вот здесь уберем, уже часть убрана. Положим здесь карематы и будем здесь спать. Естественно, накрытие сделать нечем, стены сделать нечем. Будем спать так, как получится. Короче, вот такая фигня. Итак, мы продолжаем свой репортаж. Вот, Джека схватил руками горячую банку с водой, которая вылилась, напился чая. Ничего страшного. Вот так мы сушим нашу обувь. Вот в этой баночке консервы мы себе кипятим чай. Да, вот бутылка водки стоит, потому что без нее в таких ситуациях никак не обойтись. Спальники висят, сушатся. Вот, и вот так вот мы себе оборудовали спальное место на ночь. Карематы, один спальник. С одной стороны от ветра закрывает плащ-палатка, с другой стороны мешок, который мы разрезали. Соорудили небольшую такую стену, защита от ветра, хотя бы как-то так. Вот так вот мы будем спать эту ночь. Вот такие вот полевые выезды. В таких условиях живет укропская армия.